Атака в исполнении «Динамо» из Краснодара. Их соперницы из Курганинска в апреле этого года победили на краевой спартакиаде. Однако здесь их визави и постарше, и ростом явно выше. Но и им победу пришлось в буквальном смысле ковать. Анастасия Тычинина занимается в детско-юношеской спортивной школе. Ей 15 лет. Минимальный возраст на турнире. Максимума нет. Можно для себя извлечь какие-то уроки. Поиграть с девушками, которые старше нас, у которых опыта больше. Набираемся опыта, в общем. В краевом турнире принимает участие 5 команд. Помимо Курганинска и Краснодара, 2 команды из Анапы. Взрослая сборная и воспитанницы спортшколы «Олимп». А также сборная команда из Донецка. Нет просто взрослых. Они уже в этом возрасте уходят. Сохраняется команда, когда вот те же тренеры принимают участие, те же выпускницы. Они работают в другом месте, но они продолжают заниматься волейболом. Именно такая ситуация сегодня сложилась в Анапе. Вера Фролова работает тренером уже без малого полвека. Как отмечают волейбольные специалисты, во многом благодаря ей сегодня в городе-курорте женский волейбол продолжает развиваться. Сейчас, в последние годы, главное сохранить то, что мы наработали за это время. Поэтому можно было уже давно отдыхать, но не дает мне вот это покоя, что вдруг что-то не так пойдет, поломается. Хочется, чтобы волейбол долго-долго оставался одним из лидирующих видов спорта в городе-курорте, особенно женский волейбол. Разминкой донецкой команды руководит 11-й номер Яна Ковтун, чемпионка Европы от 1986 года среди молодежи в составе сборной СССР, бронзовый призер спартакиады СССР в составе сборной Украины. Играли с краснодарской командой. Уровень был совсем другой, намного выше, чем сейчас, скажем, в Украине. В России, наверное, он высокий. Но это моя жизнь, что удерживает. Для старшей сборной Анапы донечане оказались более чем серьезным соперником. Команда города-курорта проиграла 3 партии, хотя и с минимальным разрывом. Гости играют вне зачета в режиме товарищеских игр. Реальными претендентами на победу остаются краснодарцы и анапчане. Турнир завершится уже в эту субботу.